Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим пирог день и ночь. Он легкий в приготовлении, вкусный, ароматный и оригинальный. Мои детки полюбили его с первого раза. Попробуйте и вы. В яйца добавляем щепотку соли. Потихоньку начинайте взбивать. Добавьте сахар и взбивайте минут 5. Затем добавьте растительное масло. В конце добавьте муку с разрыхлителем. И отправьте в разогретую духовку при 160 градусов на 30-35 минут, в зависимости от вашей духовки. А пока бисквит будет выпекаться, давайте готовить пропитку. В чашу положите сахар, какао, сливочное масло и воду. Перемешайте и поставьте на огонь. Когда масса станет однородной, снимите с огня. Наш бисквит пропекся. Зубочисткой сделайте дырочки в бисквите, чтобы наша пропитка хорошо пропитала бисквит. Если видео нравится, подпишитесь, поделитесь с друзьями, и тогда вы не пропустите мои новые рецепты. Аккуратно налейте пропитку по всему бисквиту. По желанию можете украсить орехами, ягодами или присыпкой. Пирог день и ночь готов. Получается очень нежный, вкусный. Советую вам приготовить его. Дети в восторге. Бомба. Ляля, бомба. Лайк, Коль, Ляля, вот так, лайк, Коль. Лайк. Лайк. Заново, заново.